Одним из первых, кто сумел доказать эту теорию, был профессор Мюнхенского университета Винфрид Шуман. Он в 1952 году открыл уникальный феномен космических потоков, которые, как установил ученый, приходят на Землю из далекого космоса. Но самое удивительное заключается в том, что по расчетам ученого эти потоки могут улавливать не все живые существа, а только человек, дельфины и сама планета. Открытие ученого означало, что все потоки, которые приходят из космоса, воспринимаются одинаково и человеком, и планетой. Для людей приемником, который улавливает эти волны, является мозг. Для Земли – некая сфера, которая находится внутри нее. Так появилась версия, что внутри Земли находится не ядро, а вещество, которое составляет разум планеты. Ведь если задуматься, строение нашей планеты никому доподлинно неизвестно. Проникнуть в недра Земли ученым до сих пор не удалось. И вопрос о том, что именно находится в центре планеты, остается открытым.